Сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами спецназа обезвредили в Чите группировку криминального авторитета, известного в регионе как Костя Татарин. Банда действовала в Забайкале на протяжении нескольких лет. На счету злоумышленников 12 убийств и ряд других тяжких преступлений. Была получена информация о том, что по указанию криминального авторитета готовится ряд новых убийств в Забайкале в целях сокрытия следов преступной деятельности. В целях проверки поступившей информации была проведена операция по задержанию ряда активных участников преступной группы, в ходе которой, значит, при проведении мероприятий было изъято большое количество огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашников, который используется при совершении преступлений. Всего полицейские задержали 9 активных участников банды, которые орудовали в Чите, районах края, Улан-Удэ и в Приморье. В ходе расследования в пригороде Читы и поселке Даурия обнаружили тела 4 жертв банды. Как признаются полицейские, для группировки были характерны высокая конспирация, организованность, жестокость и решительность. В настоящее время все активные участники группы Кости Татарина, в том числе и ее лидер, арестованы и находятся в следственном изоляторе. Никита Гребенников при содействии пресс-службы ОМВД России по Забайкальскому краю.